количество репетиций, конечно, можно было четче и меньше сделать, и более это, не делать это там 5 репетиций, как это, но их нужно проводить, и праздник нужно проводить. Потому что по энергетическому влиянию на Россию за столетие это самый сильный праздник, который в памяти и до сих пор живущих, и передается новому поколению. Если мы не будем помнить своего прошлого, у нас не будет будущего. Потому что это была самая большая победа России, когда мы фактически были сверхдержавой номер один.